я нахожусь в администрации, значит, прошу зарегистрировать документ. Мне говорят, что сейчас очень заняты и не могут мне зарегистрировать документ. С этой записью я сейчас пойду в прокуратуру. Возможно, ну скажите недостоверно. Недостоверная. Я прошу зарегистрировать заявление сейчас мне. Я не могу ждать сейчас вас. Я пришел, вы здесь существуете для меня. Я часть населения здесь, Николаевска-на-Амуре. Пожалуйста, будьте любезны, поработайте со мной, потом продолжайте заниматься своими делами для нашего блага общего. И скажите, пожалуйста, по времени, сколько вообще по регламенту у вас время на регистрацию заявления? Видимо, следующее заявление будет именно о запросе регламента по регистрации заявления. Вы с кем? Я с вами. А вы куда смотрите? Ну а что вы на меня смотрите? Я смотрю туда, куда мне просто смотрится. А, да? На картину могу смотреть. Нет, вы же со мной разговариваете. С вами, да. Вот вы сейчас просто проявляете неуважение. Почему? Ну, потому что вы смотрите куда-то. А где написано, что я должен смотреть на вас? А, ну нигде не написано. Ну все, значит. А где написано, что вы должны мне регистрировать заявление? Я вообще не должна регистрировать. Почему? Не должны? Вы не должны, а кто должен регистрировать? Я регистрирую для главы. Ну. А вы хотите просто отметку, правильно? Нет, мы хотим, чтобы здесь, согласно правил регистрации, в любой организации есть правила регистрации документов. Они для всех общие, в общем-то, да? Значит, должен стоять номер входящий номер документа, должность того, кто зарегистрировал документ. Правильно? Его расшифровочка его подписи и подпись, дату, естественно. Сделайте все, я пойду дальше. Вопросов никаких нет. Какую балалайку? Это не балалайка, это называется регистратор. Здорово. Ну регистрируйте, мы подождем. Нет, мы по времени как раз и засекем, сколько у вас занимает процесс. Время-то идет, мы когда включили камеру, процесс регистрации уже пошел. В общем-то. Вы отработаете согласно регламенту, сколько времени занимает это? Мы сейчас сразу и на месте и определимся, сколько по времени занимает регистрация документа для главы Николаевского муниципального района в регистратуре. Это не регистратура, а канцелярия. Канцелярия. Юдаева Евгения Владимировна, ведущий инспектор канцелярии, как бы должен знать правила регистрации документов. Один экземпляр мой, один ваш. На моем отметочку о регистрации. Каждым разом приходится все сложнее и сложнее с регистрацией документов делать. Но как бы специалисты разные, мы когда с ними работаем, в общем-то в дальнейшем у населения проблем уже с регистрацией все меньше возникает. Сейчас мы, значит, в следующий раз запросим время, необходимое по регламенту на регистрацию заявления. И уже люди будут идти непосредственно с этой памяткой, в которой будет указано время. То есть могут заходить с часами и по часам сверять. Если будут какие-то проблемы, значит, ну, можно, собственно, и сюда полицию. Полиция везде поработает. И, значит, проведет свою разъяснительную работу с чиновниками. Прием документов до 4. Ну, здесь уже все это отмечено. Это можно вот на этот самый, на обложечку вот так вот сделать. Нет, вот так вот меня сделают, а вот это на обложечку. Регистрация документов. Нам же контент нужен. Снимок. Три снимок. Три снимок. Три снимок.
Помните, как цветок? Итак, вот, значит, входящий номер 1842 1159 04-03-20. И вот здесь у нас две Дио, Юдаева, Ева. Ну, нас научили в прокуратуре, что подпись это и есть фамилия. А здесь, видимо. А здесь то, что написано. Ведущий специалист, надо сокращенный. Ну все, благодарим вас. Не надо моих. Так, регистрация документов заняла считанные минуты, что, собственно, и требовалось доказать. Пока самое все... главное, не надо цветы снимать. Да, цветы снимать не надо. Пока все.